В крупнейшем городе Казахстана реализуется комплексная программа развития «Новой Алматы». Ее цель – применение в мегаполисе принципа «город без окраин». Необходимые социальные инфраструктуры обеспечивают те районы, которые относительно недавно стали частью города. Подробности у Григория Беденко. Алматинский микрорайон Альмерек вошел в состав Турсибского района города в 2014 году. Ранее это был обычный пригородный поселок со всеми сопутствующими инфраструктурными проблемами. Самое неприятное из них – отсутствие нормального водоснабжения. В микрорайоне насчитывается около 5000 жителей. Для того, чтобы обеспечить себя питьевой водой, люди в складчину бурили артезианские скважины, а в некоторых случаях приходилось воду привозить. Все вопросы вот этого коммунального вопроса мы решали сами, да, электроснабжение и так далее. После того, как нас подключили к городу, акимат Турсибского района начал уже, и городской акимат уже активно подключаться к решению этих вопросов. И сейчас уже, можно сказать, все 100% наши все вопросы уже решились. Работы по модернизации инфраструктуры начались в 2020 году в рамках программы «Город без окраин». Прежде всего, Альмерек был подключен к центральному водопроводу. В общей сложности было построено более 28 километров сетей водоснабжения. Сейчас питьевую воду получает более 3500 жителей. Остальные домовладения подключат в первом квартале 2022 года. В 2021 году уже мы запустили центральный водовод. Из 1113 домов, 819 абонентов у нас охвачены данным проектом, первым этапом. Вторым этапом оставшиеся дома, канализация по водоотведению тоже будет охвачена полностью. Кроме этого, в микрорайоне решены проблемы газификации. Электроснабжение стало более стабильным благодаря подключению городской сети. Программой предусмотрена реконструкция линий электропередачи. Также в Альмереке асфальтировали главные дороги, установили уличное освещение. К центру поселка теперь ходит и городской автобус. Григорий Беденко, Нурдаулет Джексебаев, Алматы, Хабар 24.